Православные сегодня означают преображение Господне, те, как еще называют, яблочный або другий спас. Это свято относится до 12-х и лечится одним из наиболее значных у церковным календары. Поводле святого писания, у этот день Иисус взял на гору фавор с собой трех вучнев – Иоанна, Иакова и Петра, каб подмацовать их у веры, и перетворился перед ими. Его твар прозял, как солнце, а вопротка зробилася белая, как снег. Так Христос явил апостолам свою славу, каб яны не отчаивалися, калі праз 40 дзён будуць глядзець, як пакутуе ён на крыжы. Сёння ва ўсіх храмах адбудуцца літургіі. Пасля службы свяшчэннікі асвецяць плады новага ўраджаю. Дарэчы, прыносіць для свячэння ў царкву можна не толькі яблыкі, але і іншую садавіну і гародніну. Главный богословский смысл этого события, этого праздника – Господь показал еще своим ученикам, что он не только человек, но и Бог, тем самым исповедав самый главный догмат христианской веры, что Иисус Христос для нас Бога-человек, совершенный Бог и совершенный человек. И, конечно, в жизни верующего человека за все принято благодарить Бога. И вот это приношение всех фруктов, овощей в этот день, это является символом благодарения Господу за то, что Он даровал на этот год еще вот такой вот замечательный урожай. Сегодня, дарэчы, освятить дары природы можно будет не только при храмах в области. У Гомеля в городском саде каля транспортного кольца гандлёвое обсталяванне пройдет тематичное свято. Священнослужители освятят садовину и гародніну, якую гамельчане принесут с собой. Так само под открытым небом будет працевать выстава твору декоративно-прикладного мастацтва. А кроме этого, программой городского свята продугледжены продаж кулинарных вырабов и концертная программа. Початок у 13 годин.